Я приветствую всех на своем канале, с вами Каиса. Я продолжаю проходить Hogs of War, челлендж за рядовых, на повышенном уровне сложности, Мерди Пикс. У нас впереди четвертый остров, 16-я миссия, Over the Top. И уже была попытка у меня записать, но в первой попытке я сыграл одну попытку и быстро погиб. Не знаю, получится ли на нормальном здоровье это пройти, но что-то я сомневаюсь. Возможно, придется двойное ставить, потому что я тупо не успеваю ничего сделать с 50 хп. В идеале добраться до двух артиллерий, это было бы замечательно, за два хода успеть хотя бы занять одну из артиллерий, но займут эту артиллерию наверняка враги, блин. Так, я вот не помню. Нет, не здесь. Лучше здесь идти. Так, ну есть гранаты кластерные. Я не знаю, что делать. С таким оружием, какое у меня сейчас, это, конечно, сложно что-то будет сделать. Так, ну допустим. Вот тут канонир вместо рядового. Возможно, он сейчас меня уже пришибет из артиллерии. Да невозможно, а точно, наверное, пришибет. Нет, он вдруг в другого сейчас будет стрелять. И, наверное, на глушняк сразу. Ну да, хороший снаряд. Двоих, может, даже сразу. Ну, почти двоих. Один точно труп. Вот как мне с ними бороться, а? Есть, конечно, аптечки где-то разбросаны. Так, ну, допустим, я возьму аптечку. Вот эту вот. Хотя это всего десяточка. Мелко, очень мелко. Там вот есть еще подлечивающийся шарик, но не знаю, в общем. За один ход я точно никуда добежать не успею. Ну да. Как ни крути. Тут прилетают еще бомбардиры. Так, сейчас будет по кому-то стрелять. Наверное, потому... Ну да, блин, это обидно, вот. Может, не убьет, конечно. Ну да, не убил, но скинул. Не знаю, какие шансы вообще. Тупо так бежать напролом всеми. Кто-нибудь, ну, уцелеет же кто-нибудь все равно. Но что это даст? Их же много. Мало что это даст, конечно. Еще герой не стартовал, кстати говоря. Нас уже четверо, блин. Еще один бомбардир. И в кого ты стреляешь? Ну, сейчас прикончит, наверное, моего. Метка. Нет. Двоечка осталась. Так, вот этот у меня вообще хромой. Им уже никуда не убежать. Практически. Да. Я вот не помню. Я еще проходил эту миссию как-то с полным выживанием даже на PSP. Но я там ждал дебюта удачного.
А вот и герой проснулся. Кстати, он не запускает эрстрейк. Хотя, может быть, сейчас сядет в артиллерию и запустит. Блин, две артиллерии занято. Охренеть можно. А, ну их можно заткнуть. Но что это даст? Ну да, тут и мой погиб. И еще прилетели бомбардиры. Так, где я вообще нахожусь-то? А, сюда еще никто не прилетел. Вот в чем дело. Так, куда я тут успею дохромать? Интересно. Мало куда успею, на самом деле. Да. Даже если бы я задом пошел, все равно. Заткнуть артиллерию хотя бы, нет? Нет, вряд ли. Не успел. Так, сейчас еще, наверное, минусанет кого-нибудь. Опа. Какой? Ну да, минус. Так, ну кто-то прорвется все-таки. Кто-то прорвется. Хотя тут... тоже хромой, их осталось двое всего. Да нет, тут бесполезно, как тут воевать. Две артиллерии тем более заняты. Конечно, артиллерии можно и заткнуть, но... А, кстати, я могу себя подлечить. Ну, допустим, одну заткнул артиллерию. Дальше что? Могу взять супер ТНТ этим бойцом. А я что-то не верю в свой успех уже. Их-то тут много. Даже если я этого взорву, хотя, наверное, уже не успею. Не, это провал какой-то. Не, наверное, не пойдет сейчас оно. Еще меня заденет. Ой, ё-моё. Так, что делаем? Выходим отсюда. Надо ставить двойное здоровье, я думаю. На нормальном что-то не получится, похоже, эту миссию пройти. Так, как поставить двойное здоровье? Для этого надо зайти в мультиплеер. И вот тут health double поставить. Так, а теперь загрузиться. Загружаемся. Ну и давайте пробовать на двойном здоровье пройти эту миссию. По 100 хп на каждого свина. Но у них тоже будет до хрена тогда.
Но если я доберусь побольше супер ТНТ возьму, желательно всеми, то было бы здорово. Но это надо добраться еще. Бежать-то хрен знает сколько. Так, а мне бежать сюда. Так, ну давай кластерную возьму гранату. Три штуки. Что я могу сделать вот? Находясь здесь. Могу скинуть вот этого. Хотя бы вниз. Чтобы не занял гад артиллерию. Так, он стреляет по свинам, видимо. Ух, конкретно так серьезно подбил. Ну ладно, у нас двойное ХП. Так что мы можем сдержать это все. Так, десятку взяли. Так, здорово. Конечно, было бы замечательно героя еще как-нибудь выманить оттуда. Но как ты это сделаешь? Как ты это сделаешь? Правильно, никак. Тупо не успею. Тут еще слетелись бомбардиры. 180 хп. Ну, для супер ТНТ это, конечно, не преграда. Если я заберу. Да, козлы. Скидывают меня. Так, бежим дальше. Ну, к той стороне, я думаю, нет смысла пробираться. Хотя понятно, что они меткие стрелки все. Как-то вот напролом надо все-таки туда. Еще один бомбардир. Точный выстрел. Ох. Серьезно мне досталось. Серьезно. Хотя бы этого подобью гранатой. Ох, герой проснулся с 300 хп. Вот ему супер ТНТ даже не поможет.
Да, и он артиллерию займет, гад. Опа, ни хрена себе. Он все-таки решается на этот шаг. Ну да, минус один. И артиллерию еще подобьет сейчас. Кто у меня остался-то? Еще один остался. Вопрос в том, куда его вести. Ну, наверное, туда же, куда и всех. А время заканчивается. Так, стоять. Надо этого отвлечь хотя бы. Вот этого. Вон их сколько, блин. Еще артиллерию гад занял. Ох. Круто мне досталось. Так, куда я бегу-то? Правильно бегу? Нет, неправильно. Не в ту сторону. Так, может, успею артиллерию занять хотя бы? Там есть классное оружие. Наверное, за этот ход я супер ТНТ не успею взять. Ух, какая же жесткая эта миссия. Как-то же я ее проходил. Так, не знаю, сколько брать. Ну, 60. Нормально так попал. Так, он за револьвер берется. Так, кто у меня на очереди? Правильно ли я иду? Правильно иду. Может, успеем, да, супер ТНТ этим свином? Или хотя бы заткнем артиллерию, где герой сидит, а может взорвать ее нахрен. Хотя на самом деле есть еще кого взрывать. До хрена свиней. Не успею я. Не успею. Тупо не успею. Ну ладно, стреляй, бомбардир. Да. Ну и попытка. Это куда? Ну да, это сюда, по артиллерии моей. Сейчас взорвет ее еще. Нет, не взорвал пока еще. Так, хоть в ту сторону-то. Да. Бежим, 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 бежим. Надо брать супер ТНТ. Еще один. Я совсем не помню, как я проходил эту миссию, да еще и с полным выживанием. Какие я тогда тактики придумывал, вообще не помню. Да. В
кого ты будешь стрелять? О, базукой уже стреляет. Надо же. Че, минометы закончились, что ли? А, все, кирдык артиллерии, наверное. Нет еще. Так, а это кто? Погодите, а че у меня так сильно подбит он? Блин, а мне... деваться-то некуда. Придется этого так отвлекать. Так, ты спи. Что у меня осталось? Немного у меня осталось. Так, мне надо супер ТНТ взять. Как хочешь, игра. Давай мне супер ТНТ. Их и так мало. Можно, конечно, еще пострелять из артиллерии по тому чайнику, вот, которому я уже стрелял. Сколько я тогда брал? Где-то так. Сейчас надо взять вот. Ух, это много я взял. Сейчас, наверное, разобьет. Так. Так, так, так. Кому пойдем? Кому? Желательно того, наверное. Взорвать сейчас. А может быть и вот здесь вот пройти. Тут и аптечки есть. Хотя ладно, у меня еще шарики есть. Взорву вот этого вот. Так, ну тебе хватит. Так, рипнули бомбардира. О, куда он скатился-то? Так, это сейчас добьет моего. Так, и что у нас остается? Это я где? Погоди-ка, погоди-ка. А, это я хотел взорвать уже вот этого. Да, но это мелочь, конечно. Жив. Все, вылетел я. Я, к сожалению, вылетел. Так, у меня есть у этого кластерка. Пойду другого тогда взорву. Еще одного. Не удалось всей командой пройти. Вот это плохо. Только три. Только втроем. Так, ну тебе должно хватить, по идее. Так, а это герой. Черт. Он в артиллерии. Кирдык моему. Но и ему тоже. Похоже, кирдык настал. Так, и что мне остается? Там аптечки. Их осталось двое, да? Так, а сколько у тебя хп? 150 еще, охренеть.
кстати, есть мед. Можно подлечиться будет, если что. Так, у тебя что, базука остался? Бомбардир. Козлина, а? Так, пойду аптечки брать. Нам не нужны аптечки. Хотя там мало, по десяточке вроде. Ну да, по десяточке. И там тоже десяточка, интересно. Я так не успею. Блин, должен успеть, должен. Ох, не густо. Зря я эту аптечку брал. Так, а что я могу сделать этим свиньям? Тот же меня сейчас убьет просто. Так, надо пойти все-таки отвлекать его этим свином. Пока этот будет стоять, этим тогда я заткну артиллерию. Надо как-то действовать, блин. Черт, я и себя зацепил еще. Так, ты же не будешь из базуки стрелять? Правильно, не будет. Так, теперь бежим к артиллерии. Но там герой с 300 хп, между прочим. Как его вообще... пробивать, я понятия не имею. Мне кажется, я тупо не справлюсь, да, даже. Хотя ему может прилететь тут кое-что, полезные вещи. Так, сколько у тебя хп? Еще 41 хп, ну охренеть можно. Никто мне, конечно, не даст вот эту штуку. Так, надо добивать надо. Готов. Правда, меня сейчас, наверное, тоже заденет. Так, нас двое. Так, а ему уже хорошие вещи прилетают. И как бы их взять? Мне вот интересно. Есть кластерная граната у одного свина. В принципе, 105 хп при удачном она может снять, но это мало, все равно. Так, ну шарик есть.
сколько у нас хп сейчас. Ну, подлечился я, окей. Так, этот 100, значит, имеет. Так, а где тут у нас дирижабль в этой миссии? А, вот ты где. Ну-ка, ну-ка, иди-ка сюда. Может, я могу что-то с тобой сделать? Дирижабль ты хренов. Где он? Улетел, что ли? Так, ну можно еще одну принять. И до соточки подлечиться. Так, и что делать? Так, я хочу по дирижаблю все-таки найти. Так, у него нету героя страйка. То есть опасен он может быть чем? Так, вот летит, кажется. Так, какой-то ящик упал. Интересно. Как удачно я его скинул. Может быть, страйк? Нет. О, Special Ops, кстати. Это хорошая мысль. Мне 5 страйков прилетит. И бесконечный джетпак еще возьму. Вот так вот. И базуку. Так, есть еще товарищ дирижабль. Так, теперь шансы остаются. Ты куда полетел? Ага, он летит куда-то сюда. Еще какой-то ящик упал, может быть, страйки. Опа-на. А вот это вот неожиданно. Только не говори, что тут страйк. Свинья ты, блин, я что, для тебя, что ли, скидывал? Так, хотя, с другой стороны, освободилась артиллерия. Ну да, страйк, это плохо. Получай 60. Геройская ты морда. Так, ну сейчас он будет страйк, наверное, пользоваться. Честно, добытый по артиллерии решил. Ну окей, больше у тебя нет ни хрена. Ну, сейчас и мост сломает еще. И артиллерию сломал, да. Обидно, досадно, но ладно. И медаль еще бонусную я могу получить. Окей, я ее возьму, конечно. Так, ну-ка иди сюда, дорогой. Ой, как высоко падать. Так, кластерку попробуем на тебе испытать. 150 хп еще у него, охренеть. Так, сейчас ТНТ, наверное, будет. Ну да. Так, другой мой вообще куда-то в другое место вылетел.
Так, где это? А, вот. Можно... О, кстати, у меня есть бесконечный джетпак. Ну все, ты попал. Куда ты? Ты попал, герой. Круто ты попал. Да, но у меня нету кластерки. Так, чё бы подлечим. Что будешь делать, гад? Ах ты сволочь. Да. Он хорошее решение избрал. Так, сколько у моего? 51 хп. Должен еще успеть выдержать. Плохо я гранату кидаю, блин. Ну давай. Геройская ты морда. Ага, базукой. Вот сволочь, а. Так, я боюсь, что я его могу подбить нахрен. Хотя, ладно. Да, своего тоже подбиваю так. Сколько у него там осталось? 38? Черт, у меня на 38-то и ничего и нету. А теперь... Так, ну, похоже я... Ладно. Выживет, не выживет, хрен его знает. Не выживет. Окей. Я, главное, прошел эту миссию. Ох, долго я ее мучил. Это была 16-я миссия. Так, надо сохраниться. Надо сохраниться. Я благодарю всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Увидимся в следующей серии. Всем пока.